Рыбу, что ли, ищете? Мясо едим, блядь. Так, ну что, вот мы встречаемся уже с Сергеем. Серег, здорово, держи краба. Егорич. Так. Здесь хорошую такую заправочку-то отгрохали недавно. Да? Ее не было. Так, Серегин бомбомобиль. По сравнению с нашим, это, конечно, просто звездолет. У нас там так. Да что-то ладно, сзади нормально. Болтается. Зато не Зенька, не Зенька. Не Зенька, не Зенька летит, да. Так, наших нет пока. Еще ждем. Ребятушки. Доброе утро. Ну вот вся банда в сборе. Леха. Все в сборе. Так, ну что, собрались и погнали. Сейчас на озеро Всеволк, Пеновский район, Тверская область. А кого мы там поймаем? А вот кого мы там поймаем, смотрите дальше. Друзья, в Осташково. Сейчас затаримся и уже мы рядом. Ну что, прибыли? Теперь надо распаковаться как-то, а потом как-то еще назад уехать. Я говорю, вместе с бабушками сдается. Да. Домик. Все чистенько, пойду предупрежу, схожу. Не натопили, надеюсь? Натопили, конечно, не здравишься. Да, без кондея, походу. Хорошо, что Илюша вентилятор взял. Ну все, добрались. Набрались. Нет еще. Идем купаться. А сколько там жук падает? Кстати, пляж здесь очень даже чумачечий. А еще мы будем ловить сегодня вечером угря, раков
жарить шашлык. Белочку. Виталий хочет поймать белочку. Вот. Ну, здесь, короче, разные варианты есть. Ну, в общем, будет интересно. Тут уже подзагнал один. Это что, Алексей? Раз, вода. Сергей, будем снимать друг друга, да? Да, будем снимать каждый вечер друг друга, да. Друзья мои, мы кайфуем вообще. Первый наш вечер. Тут тоже, короче, блогеры какие-то вырисовались на нашем пляже. Не знаю, вы знаете, нет? Короче, офигеть вообще. Просто пока погода офигенная, надо купаться. К сожалению, у меня камера не водостойкая. Вот у них там внутри лодки, они более современные люди. Там что-то там гутарят. Рыбная, конечно. Что-то они там... Вы их знаете, Алексей, нет? Ну, тех вот товарищей, знаете, нет? Нет, первый раз вижу. Так, подожди секундочку, вы же тоже с этой команды, вы же тоже, по-моему, три лодки. Первый раз вижу, лодка моя, я не вижу трех. А подождите, а если такая история ходит, а говорили, были три, а стало две, а кто-то говорит, посрался, кто-то там еще, знаете? Сокол клеить не умеет. А кто это? Что тебе сказать? Самое говно — это четырехтактный мотор, не берите их. Так, сейчас будем пауэрбанки подключать. Все, телефон почти сел. Короче, блин, вчера приехали. Считай, полдня света нет. Продукты, наверное, хана. Холодильник пока ничего не открывали, не смотрели. Но всю ночь света не было. На улице дождь. Короче, порыбачили. Офигеть можно. Вчера успели только мясо пожрать, искупаться. И все. Поймал, блин. Да. Я от нуля ушел. Вот там чернота прет, блин. Трэш вообще. Приехали, блин. Охренеть там что-то. Ну еще и дождик, блин, зашибись вообще. Походу сейчас накроет, вот он идет. Ну что, друзья, первое утро. У нас провальное. Ребята взяли на 4 щучку. Виталик с Алексеем. Сережа взял
три хвоста, два отпустил, непроходные, одного судачка вроде бы забрал. У нас жопа. Я поймал подсак, поймал кружок, поймал трусы, поймал еще чего-то и больше ничего не поймал. Вот, ветер. Серега, вот он побольше поймал, уж он на такие на рыбные точки. Но на его катере еще можно дойти, и то он там еле допер. А на наших вот туда не дойти. Ребята взяли на косе. Щучка завалилась. Ну, случайно, не случайно, а все-таки взяли хорошую. Вот, у нас не случайных никого. Кого поймал, перечислил. Все, сейчас кушать. Надеюсь, ветер стихнет. Потому что волна очень мощная. Нереально вообще ловить. Не джиговать, не колебалки дать, ничего. Кайфа вообще мало. Вот Серега чемпион. Вот. Сейчас будет делать вкусную еду. Серег, ты по сути чемпион. Или ребята чемпионы. Ну, короче, все чемпионы, кроме нас. Вот, не, все. Ну вы же загоняете, а мы ловим. Да. Это разные вещи. А мы, я говорю, кружки, подсаки, трусы. Вот все это наше. Вот. Это наша тема. Идеально. Я бы так думал, нахуй, мало не показалось бы. Вот такого фронта тогда. Да, да. Ну что, друзья, второе утро. Первое у нас было пролетное. Ребятушки поймали там. Поймали каждый по щучке. Ну там Виталий утром поймал. Серега поймал. Ну, на дневной, можно сказать, даже не на вечерней рыбалке. Вот. Ну и так, судачки не крупные. Короче, поклевывает, но нам пока что-то не прет. Вот реально не прет. Не знаю, перепробовали уже все приманки. Вроде бы там же ловим. Что-то делаем не так явно. Вот. Ладно, попробуем сейчас еще раз. Выдаем для нас новый, изучаем его. Рыба попадается пока, ну, по сути, места уже нашли такие интересные, но пока она попадается, по сути, на шару. То есть пока нет такого прямо, что ловилось, скажем, исправно. Не подобрали, скажем, идеальный какой-то ключик. Может быть, место, может быть, время. Короче, будем пробовать. Все, друзья, погнали на очередное утро. Коса будет мелкая. Под свалом рыбка стоит. Костик. Нет. На подмотке прям. Хорошенько. Сади сейчас за сандалит.
пощупаю, наверное. Или жерех. Давай, давай, быстрее. Ставь стакан. Не надо все класть. Стакан поставь. Такой германдосик. О. День следующий. Серега делает уже мясо. Говядину. Не, он очень крутой. Мисочку. Не жижи, блин. Нет, да мясо зачем ты столько много? Жижи давай, блин. Сейчас дам тебе, подожди, блин. Подожди, следующий я буду с половником. Я бахну. Жижи не дают. Опа, есть. Вроде неплохая. Где-то на 5 метрах. 4,5. Раз-два, раз-два, раз-два. Не, ну не трофей.
фиолетовый, блин. Подсак, 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 подсак. Ставь стакан и все. Подожди, подожди, подожди. Заводи. Тут уже, блин, явно 40 плюс. Вот такой вот клыкастик утренний с озера Вселук. Ах, зараза! Что-то хорошее было. Тяни, чёрт. Дрищей, блин. Смотри, ну ловит он, бля, второго уже дрища, ну поймал. Не был за следующий. Ты хочешь сказать, следующий уже на двушку? Или полторашка сначала? Сначала двушка. Сначала двушка, да? Там трешка. Да. Что-то хорошее. Свою? Мою. Нет. Так, все, не спугни. Твоя на два, моя на. Что, тоже на два? Да, не очень крупная. Блин, она такая тяжелая. Долго держать там? Ой, блин, батя. Ой, моя. Ну что, друзья, погода ахтунг. День солнечно, день пасмурно. Вот как-то так. Приманки уже все перепробовали, кое-что поймали. Но
Хотелось бы большего. Щуку своей мечты так и не нашел. О, хороша! Нет! Да куда ты, блядь, сразу? Егор, тебя не поднимай! Давай, смотри, блядь. Багранул, Серёга, да? Багранул, да. Ой, хороша. Все. На себя хочу. Не поднимай, а на себя. Ой, хороша. Ё, блядь. Я обкакался. Какого, с третьего или с четвертого раза его в подсак завел? С пятого, наверное. Она была сначала вот здесь у нее висела, потом перескочила сюда, видать, блин. Хрень. Спокойно, ты-то что дышишь-то так? Ну как? Я показывал побольше твоего. Приподними чуть-чуть ее. Если... Уверенная десятка. Стой. Уходи. Давальник, давальник. Десятки, нет, 8. Красава, молодцы. Ну что, ребятушки, очередное утро. Точнее, оно уже последнее. Погода все хуже и хуже. Что будет сегодня, никто не знает. Вернемся мы, не вернемся. Короче, задувает по-страшно. Крестяры. Воды налило за ночь, жопа, сука. Бомбер. Отдых, степлень. Какая нахрен степлень? Не, нахрен, не нужна мне эта щука, бля. Поехали в пень. В койку. Это стресс. Рыбалка в степлень. Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй, как мы доедем, я не знаю! Гад, что творит? Зайца домой хочу. Ай-яй-яй-яй.
пошли, пошли. Блин, Любин. Сейчас жопа мокрая уже, блин. На мыс садись. Все, ребятушки, отрыбачились. Последний денек прям вообще просто попали мы в такой жопный дождь, что насквозь все мокрые. Пришлось даже переодеваться. Эй, машину, ты меня что, не узнаешь? Жесть. Лодки поднимаем сейчас и собираемся.